Достаточно больше накинуть, да? Всем привет, и сегодня мы с вами будем разбирать все мои фломастеры, короче. Вот. Да, я снимаю на штативе, ребят, потому что у меня есть штатив, но нет кольцевой лампы и нету камеры какой-нибудь, у меня только есть телефон. И штатив вот такой, все. Маленький особенный штатив. Но он подходит все равно к видео. Поэтому начнем. Сейчас я буду разбирать все фломастеры мои, которые рисуют. Я буду класть вот сюда. А которые не рисуют, я буду просто их выбрасывать. И все такое подобие. Там вот испорченные фломастеры, но они рисуют, и все равно их выкидывать буду. Ну, начнем. Первое, у меня есть такая сумочка. Из нее сейчас я буду как-нибудь смотреть фломастеры. Фирсуки рисуют. И все подобие. Как я вам сказала. Сейчас возьму свой блокнотик. Вот такой вот. В котором я обычно рисую. Вот. Я сама зайчика рисовала. Потом сердечко вырвала. Вот это рисовала, это рисовала. Это уже детские кружки. Это рисовала. Мороженку рисовала ножку, все отличка. И с той листочку нам будет понадобиться. Это мы пока что берем в стороночку и будем начинать. Проверять фломастеры. Так, вот тут я уже собрала все хорошие фломастеры. У меня их очень много. Даже маркер есть. Но он зеленый. Вот. Видите, кисточки. И вообще, этот у меня весь стол. Я вчера сделала. И подумала, а что, если сделать этот стол для рисования? И я все фломастеры, все краски, все положила для рисования. И в свободное время я играю вот в такие шашки. Не в шашки, я не знаю, как они называются. И вот такую кружку я сама нарисовала. Такая кружка специально для рисования. Она уже высохла. Водичка у меня тут стоит. Что макать кисти, рисовать красками. Ладно, не будем тянуть время. У меня совсем чуть-чуть на камеру времени не осталось. Ну, начнем. Так. У меня тут есть вот такие фломастеры, которые у меня ответ. Мы их сразу положим сюда. Потому что они все рисуют. Я уже знаю. Так, вот бедунки самый главный. Нет, нужно еще не сказать. А, вот еще. Да. Испорченный. А, и не рисуют. Поэтому мы его положим сюда. Так, что? Вот это тоже очень хорошо рисуют. Вот еще я не беру. Ладно, я буду сейчас пока что все раскладывать, смотреть, у меня стрелки рисуют, какие нет, все раскладывать, выбрасывать. А
с вами встретимся, когда я это уже все сделаю. Для вас это будет уже секунда, а для меня это будет, наверное, целых 2 или час. Вот, я уже закончила. Для вас это было секунду всего лишь, да? А для меня это было целых 2 часа. Ну, в принципе, нет, не 2, меньше, даже меньше часа. Я очень быстро справилась, и оказывается, меня рисуют почти все фломастеры. Мне не рисуют только... Мне не рисуют только 7 фломастеров. Но вот это не фломастер, это ручка, но мы ее все равно считаем, потому что она не рисует. А еще здесь... Мне удобно, чтобы рисовать. Вот так вот. Ну, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я сейчас пойду выкидывать эти фломастеры и убираться на столе. Всем пока!